Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мое видео по проекту Traffic Star. Вчера он успешно стартовал, сервер был вначале перегружен, у них произошел сбой в системе и продлили предстарт где-то, я точно не знаю время, наверное, на час. Потому как я зашла, на главной страничке у меня до старта было 40 минут. Но, тем не менее, все быстренько они исправили. Проект работает, платит. Значит, сейчас покажу свои выводы. У меня уже 3 вывода. Я вчера 2 сделала и один уже сегодня утром. Значит, 9.02. Вот это первый мой вывод, $24. Это у меня до старта на серфинге. Далее это у меня с пакета накапало 3.14. И сегодня еще с пакета $27. Все транзакции подтверждены. Значит, давайте перейдем на почту. Я вам покажу вывод. Сегодня вот 16 минут назад $25 USD 10.02 пришел вывод. Комментарий Windraft Traffic Star. И еще у меня, я их удалила. Так. Корзина, да? Я их удалила. Сейчас я нажму корзина. Так. Пэйр. Где у меня здесь выводы были? Пэйр. Так, вот это вот выводы у меня. Значит, вот. $22. USD. Так. Вчера это было 9.02 доллара USD. Вывод Traffic Star. Далее 3.11. 9.02. Windraft Traffic Star. Все замечательно. Проект платит. Минимальный AD-пакет стоит $1. Значит, что у нас здесь? Серфинг я показывала. Email серфинг здесь у нас. Тарифы. Значит, вот этот стандарт на бесплатной основе, просто на просмотре серфинга можно начинать. Минимальный AD-пакет стоит $1. Ну и как бы я за 25 не полезла, за $1 там и так приличный доход будет. Значит, приобретен. И автоматически я уже встала в матрицу. Так, кошелек я вам показала. Операции. Здесь все кратко описано. Вот реферальные начисления. Далее здесь на вкладочке находятся рефералы. Их раньше не было. Была просто статистика, как бы количество рефералов. А сейчас уже сделали. Ну, вот этого раньше не было, было чуть-чуть по-другому. А здесь вот первый уровень, второй, третий. Очень много их здесь. Значит, здесь просмотр структуры. Все кратенько описано и расписано. Значит, тут я доллар получила, потом еще 2 и еще вот сегодня 1. Так, и вот тут не трудно все это разобраться. Так, настройки профиля я показывала в прошлом видео. Суппорт можно обращаться, если возникнут какие-либо вопросы по проекту, обращаться в суппорт. И рекламные инструменты. Находятся наши баннеры для приглашения партнеров. Так. Баннеров здесь предостаточно. Значит, что я сегодня загружу? А я хочу сегодня загрузить. Вот, 728 на 90. Вот. Сегодня буду вот рекламку, потому что мне проект безумно, конечно, понравился. А вот здесь рекламка, можно рекламировать свои проекты. Значит, ну я в одном, у меня еще рекламная площадка как бы. Это у нас можно серфинг, баннеры. Можно у меня одна в работе. Сейчас покажу. Так, грузить быстрей. Пока грузится, вот здесь вверху находится сразу партнерская ссылочка. Ну, грузись.
ТикТока. Опа. Ну, ничего страшного. Так, сейчас мы все исправим. Перезагрузим. Так, ну ладно, возможно, что технические работы идут. Ну, в принципе, проект хороший, платит. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект. До новых встреч!